Значит, на сегодня органы предварительного следствия обвиняют Молдашева Оскара в совершении преступления, предусмотренного статьей 259, частью 3, пункт В Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это незаконное хранение наркотических средств в крупном размере с целью сбыта. Содержаться он будет в СИ-1 города Алматы. В настоящее время он будет отсюда из здания суда доставлен в здание следственного изолятора в ДВД. Насколько мне известно, на завтра планируются еще следственные действия с ним. Ну а в понедельник, конечно, он уже будет этапирован в СИ-1. Судья отреагировал на то, что со слов Молдашева, в период с 31 ноября, пока он находился в здании ДВД, его посещали сотрудники Комитета национальной безопасности, которые могли оказать на него моральное давление. Значит, поставив все эти вопросы перед прокурором и начальником ДВД, судья в своем постановлении, значит, просил данных лиц провести служебную проверку и разобраться в происшедшем, поскольку это все действительно установлено сейчас было в судебном заседании, и это является все грубейшим нарушением норм уголовно-процессуального законодательства. Кроме того, значит, если данные нарушения, в частности оказание морального давления на Даньяра, найдут свое подтверждение, то это все противоречит и международным нормам, в частности, пакту против пыток, который ратифицирован Казахстаном.